Всем привет, это Matt Lacoste Channel. Смотрите восьмую серию прохождения игрушки Cosmic Express. Так, и давайте подумаем, куда мы сейчас пойдем. Давайте Таурус поисследуем. Это вроде не самая сложная локация, так вот средненькая. И давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь у нас какие-то новые ящички красные появились. Интересно, что они означают. Может быть, они означают, что можно сюда упаковывать любого из известных типов. Я вот не знаю. Так, у нас две кабинки. Давайте просто попробуем как-нибудь этих вот двоих упаковать. Так, я вот не знаю, как это. Вот так вот давайте. Ага. Потом давайте заберем этих двоих и вот так вот делаем такой вот цикл. Посмотрим, что получится. Так. Да, запрыгнул. Получилось. Ага, то есть в красный ящик можно упаковывать любого, какого захочется. Единственное, что главное там баланс соблюсти, чтобы всем как бы хватило, чтобы всем бомжам хватило картонных коробок. Вот так, давайте второй уровень посмотрим, что здесь. Ага, то есть нам нужно обязательно красных распределить вот сюда, и желательно, чтобы когда у нас фиолетовый уже как бы с собой есть, чтобы его на красной коробке случайно как бы это не закинуть. Вот так, давайте вот так вот проедем. Потом давайте попробуем. Так, если мы возьмем фиолетового и потом оранжевого, то это нам ничего хорошего не даст, потому что первым будет ехать фиолетовый. Если мы поедем вот так вот, то фиолетовый запрыгнет сюда и все нам поломает. Так, хорошо. Как же тогда? Как же тогда? Так, можно попробовать только одного взять. Давайте попробуем взять только одного такого. Потом мы берем этого и вот этого. Пытаемся проехать здесь мимо. Так, потом берем этих двоих. Так, и как-нибудь вот так вот. Давайте посмотрим, что получится. Один оранжевый сюда, в эту коробку. Полезай. Так, оранжевый, фиолетовый. Да, они нормально распределились. Теперь эти двое. Да, все получилось, даже места хватило. То есть там нет такой подставы, как в других уровнях было. Ага, что поезд подъезжает, там немножко не хватает, чтобы дозапрыгнул последний. Так, хорошо. Здесь у нас получается, нужно одного фиолетового в коробку фиолетовую, а другого фиолетового в коробку красную. Аналогично для оранжевых. Так, и здесь у нас два способа решения. Давайте какой-нибудь один рандомный возьмем. Так, и у нас только одно место в салоне есть. Так, поэтому давайте попробуем. Так, вот этого сюда. Потом как можно взять. Так, нет, что-то не складывается. Так, давайте его фиолетового положим. Потом возьмем оранжевого. Тоже его положим. Потом возьмем фиолетового, положим, потом возьмем оранжевого, так, и его вот сюда положим, вот. И как бы одно из решений у нас будет. Так. Так. И как бы да, ну, в принципе, понятно все. Одним способом уровень решен. Таурус. И давайте пробуем вторым способом решить. Это нам нужно, чтобы мы приехали вон в ту сторону. Так, как же это можно обеспечить? Так. Так, 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 так. Можно предположить, что пробуем этих вот фиолетовых вот в эти две коробки засунуть. То есть мы сначала возьмем одного фиолетового. Его давайте засунем в эту коробку. Ну так вот, чисто для разнообразия. Потом возьмем оранжевого. Оранжевого в эту коробку засунем. Потом возьмем фиолетового. Его засунем в эту коробку. Потом возьмем оранжевого, засунем в эту коробку. Так, неужели все так просто? Так, давайте не будем терять время. Да, все получилось. Все чудесно, все замечательно. Хорошо, четвертый уровень. Что он нам несет интересного? Так, здесь у нас коробки только оранжевые, значит, нам нужно фиолетовых обязательно в красные коробки посадить. Вот, и как бы желательно еще не спутать. Если у нас будет мимо проезжать
чувак не того цвета, то это будет фатально. То есть здесь, например, нам нужно сначала взять фиолетового, потом оранжевого, потом вот так вот проехать, посадить в коробке. Так, ну и дальше не развернуть. Давайте просто посмотрим, все ли здесь получится правильно. Да, все получилось. И теперь получается, нам нужно просто аккуратно то же самое разрулить с другой стороны. Здесь у нас сначала оранжевый, потом фиолетовый запрыгнет. Поэтому надо сначала оранжевый упаковать, потом фиолетовый, потом только вернуться вот к вот этой нашей предыдущей петле, которую мы для этого сделали. Так, ну и как бы да, все понятно, все хорошо, все замечательно. В общем, относительно тех уровней, которые были на Орионе, пока что все идет очень гладко. Так, этот уровень здесь у нас получается одного фиолетового надо куда-то. Ух ты, что это, столик что ли какой-то для пикника? Интересно. Так, одного фиолетового в одну коробку, а другого оранжевого в другую коробку. Можно предположить, что можно попробовать взять сразу двоих и их засунуть сюда. Но если мы их обоих засунем сюда, то как нам сюда подъехать, непонятно. Ну как бы даже, может, подъехать-то мы сможем, а выехать совершенно непонятно как. Наверное, здесь нужно как-то чуть по-другому действовать. Так, давайте попробуем. Так, если я возьму одного оранжевого, одного фиолетового. Оранжевый будет в начале. Оранжевого и фиолетового я сюда вот загружу. Круто. Что дальше? Дальше я могу взять еще одного фиолетового, еще одного оранжевого, и к выходу я не проеду никак. Так, что же делать? Как же быть? Так, давайте попробуем с этой стороны поехать. Тогда мы подберем одного фиолетового. А может быть, двух фиолетовых подобрать. Давайте пробуем двух фиолетовых. Одного фиолетового мы сюда засунем. Теперь давайте подберем оранжевого. Оранжевого. Вот так вот поедем. У нас фиолетовый будет первым сидеть. Поэтому... Так, сейчас соображу. Нет, по-моему, это что-то сейчас это не очень хорошее произойдет. Давайте просто запустим, посмотрим. Все равно потом я следующего оранжевого не смогу забрать себе. Поэтому, наверное, этот путь не есть хороший. Оранжевый сюда запрыгнул. Так. А, кстати, может быть, это, кстати, есть решение. То есть сюда оранжевый запрыгивает. Это первый, который был. И потом нам надо пытаться вернуться так, чтобы заграбаться те второго оранжевого. То есть давайте сначала одного оранжевого возьмем как-нибудь. Вот. Потом надо как-то его в ящик засунуть. И потом как-то взять второго оранжевого. Как мы второго оранжевого возьмем? Так. Не знаю, непонятно. Ну, это, короче, явно не решение, но посмотрим, что сейчас произойдет. Так, фиолетовый. Оранжевый. Ага. Да, и вот нам не хватает оранжевого еще по пути как-то забрать. Как же это сделать-то? Так. Ну, блин, опять думать. Вот. Опять думать. Приходится. Так. Окей. Давайте пытаемся взять одного оранжевого здесь, потом проехать здесь. Мы как-то вернемся. Так, здесь, правда, непонятно, что получится. Интересно. Ух ты, опять колечко получилось. Так. Ну-ка. Чистого прикола, что получится. Фиолетового загрузили. Так. Ага.
Так, ага. Нет, это, короче, совсем не то, что нам надо, хотя что-то похожее есть. Хм. Хорошо. Так, с другой стороны, наверное... погодите, давайте с другой стороны то же самое пробуем сделать, потому что у нас вот эти вот столики-то несимметрично стоят. Поэтому давайте... Так, а что у меня до этого было? Ага, у меня вот так вот поле шло. Все, давайте то же самое, только с другой стороны сделаем. Вот. Так, что это нам даст? Это нам даст, что... Один оранжевый упакуется туда, так, а что-то для второго мы не сможем подъехать. Так, то есть здесь засада все равно получается. Так, давайте попробуем вот одного оранжевого сюда вот посадить. Тогда здесь останется один фиолетовый. Так, одного оранжевого мы посадили, давайте второго возьмем. Возьмем и с ним как-то там поедем, я не знаю. Поедем, помчимся на оленях. Так. Так, вот так вот. Здесь мы оранжевого прием. Так. Вот так вот надо сделать. Так, 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 так. О, ну-ка. Может быть, это есть решение. Одного оранжевого в коробку. Берем второго оранжевого, берем одного фиолетового. Фиолетового в коробку, оранжевого в коробку. И теперь мы берем фиолетового, его тоже в коробку. Все, отлично, решение нашлось. И мы идем дальше. Так, это нам нужен сейчас шестой уровень, чтобы соблюдать очередность. Ох, так, этих фиолетовых явно по этим нужно кучкам. А оранжевых явно по... Это вот этим вот коробкам. Так, и у нас только одно место для того, чтобы развести всех. Поэтому что-то это сложно. Так, давайте попробуем одного забрать. Так, пусть его сюда. Потом второй автоматически сюда перепрыгнет. Вот, давайте здесь то же самое сделаем. Одного мы сюда поставим, а другой автоматически туда запрыгнет. Теперь... Мы берем фиолетового, его сюда грузим, потом берем второго фиолетового, туда грузим. Так, неужели такой простой уровень опять? Так. Или я там что-то не учел. Да вроде все правильно, все должно работать. Все замечательно. В общем, вот, пошли простые уровни. Просто как это, сиди и щелкай. Так. Опять кнопка какая-то, которая непонятно какие объекты прижимает. Вот совершенно непонятно, зачем они здесь находятся. Может, это какой-то это секретную ачивку дадут, если я на них понажимаю. Ну, вот, непонятно совершенно. Так, так, что мы здесь можем сделать? Здесь у нас что, два фиолетовых. И два... Так, фиолетовых нам нужно по этим ящикам раскидать, оранжевых нам надо по этим раскидать. Причем, по всей видимости, нам нужно в самом начале раскидать оранжевых, потому что иначе фиолетовые у нас запрыгнут в эти коробки, и, короче, все будет плохо. Так, как это можно организовать? Давайте вот так вот оранжевого одного закинем. Так. Так, и на этом, видимо, у меня все закончится. Так, это не работает, не работает. Так, с какой стороны так не вообще подобраться-то? Совершенно непонятно. Так, давайте попробуем вот это вот. А, у меня, кстати, двуместный автобус. Автобус двухместный, поэтому можно сразу двоих брать. Так, давайте одного оранжевого вот так вот закинем, потом второго оранжевого возьмем, тоже закинем. Вот. Потом давайте, так, нет, давайте сначала вот так вот оранжевого закинем в эту коробку, поедем, этого закинем, потом мы возьмем этого, закинем сюда, потом пойдем, этого закинем куда-то туда, и потом по дороге подберем двух фиолетовых, которых мы закинем по этим коробкам, вот. Так.
Так, если я нигде не напортачил, то все должно сойтись. Так, оранжевый в коробку. И теперь мы спокойно забираем двух фиолетовых, их раскидываем. Да, в общем, уровень здесь явно попроще, чем в Орионе. Так, восьмой уровень. Что нам интересного принесет? Это что, почтовый ящик, что ли? О, господи, так. Здесь, видимо, опять такая же стратегия, что нужно сначала оранжевых распихать в красные коробки и только потом фиолетового как-то довести, донести. И у нас только одно место в нашей коляске. Так, как это можно сделать? Так, давайте возьмем одного и его посадим сюда. Вот. Что нам дальше надо сделать? Нам надо взять второго, посадить его сюда. Вот. Так, а вот с третьим там уже проблемка возникает, потому что непонятно, как его... Ага. С другой стороны, если мы очень тактично подъедем к этой вот фиолетовой штуке, то он запрыгнет куда надо. Вот. Теперь мы возьмем оранжевую в этот вот мешок, эту оранжевую в этот мешок. Так. То есть здесь стратегия, по-моему, как раз с точностью до наоборот, сначала фиолетового баклажана закинуть, а потом уже тыкву распределить. Да, и, короче, все очень быстро решается. В общем, сегодня отдых сплошной. Так, что у нас дальше есть? Таурус 9. Хотя не знаю, может здесь под конец жесть начнется какая-нибудь. Так, ага, мы приехали сверху, у нас 3 места, куда можно кого посадить. Так, и так, а вот здесь, возможно, как раз вот и начнется сейчас жесть, потому что что-то здесь много монстров, что-то много коробок. И все они как-то в шахматном порядке. Здесь все в шахматном порядке. И поле в шахматном порядке, и монстры в шахматном, и коробки. И, по-моему, вот внутри этой почтового ящика тоже лежит коробка шахмат. Так. Хорошо. Как мы будем их рассаживать? Как же их можно рассадить? Так. Давайте попробуем такую стратегию. Возьмем одного оранжевого, потом возьмем одного фиолетового, потом возьмем еще одного оранжевого. И вот с этой, значит, всякой поедем дальше. Что тогда? Тогда оранжевого мы посадим сюда, потом фиолетовый запрыгнет сюда. Так. Не, по-моему, что-то это сложно. Давайте вот так вот возьмем их двоих. У нас первый оранжевый. Вот первого оранжевого сюда, потом фиолетового сюда. Так, давайте проверим мою теорию на практике. Так, вот они запрыгали, отлично. Вроде все хорошо. Теперь, ну, видимо, нужно взять фиолетового, потом взять оранжевого, который мы не взяли, потом взять еще одного фиолетового. Так, и к чему это приведет? Так, давайте просто посмотрим. Что это может дать? Так, эти двое распределились как обычно. Теперь у нас фиолетовый, оранжевый. Ой, еще один оранжевый. Так, ну, в принципе, ладно, они нормально распределились, кстати. Очень даже хорошо. То есть оранжевый сейчас сюда засядет. И... Так, что можно дальше-то сделать? Если мы берем первого оранжевого, вот из оставшихся, то, по-моему, это не очень хорошо. Так, давайте все-таки фиолетового возьму. Просто посмотрю, что получится.
Так, они расселись. Теперь. Ага. Так. Нет, у меня здесь недостаточно дороги. Вот. Давай. Ага. Эти расселись. Фиолетовый, оранжевый, фиолетовый. Так, и вроде все корректно расселись. И на первых двух местах у меня пусто. Пусто. Можно. Так, и здесь два оранжевых. Если я возьму двух оранжевых в самое начало, то, по-моему, это не очень хорошо. Мне нужно взять оранжевого, потом фиолетового, потом оранжевого. То есть. Да здесь даже, по-моему, не важно, кого я возьму. Так, давайте я оранжевого возьму. Его сюда посажу. Только оранжевый туда сможет запрыгнуть. Потом я возьму вот этих двух оставшихся и с ними поеду вот так вот. Давайте просто посмотрим, что произойдет. Так. Ой. Так, я не на ту кнопку нажал. Так. Так, эти два рассадились теперь. Ага. Так. Оранжевый заткнулся. Теперь у нас оранжевый, фиолетовый. Оранжевый. Так, в принципе, конфигурация неплохая, но нам нужно желательно в обратном порядке, чтобы у нас был сначала фиолетовый, потом оранжевый, потом опять фиолетовый. Потому что иначе, если я здесь так заеду, у меня первым туда запрыгнет. А хотя подождите. А если я так сделаю, что получится? Да что такое? Так. О, они запрыгнули как надо. Во. И мы вот так вот просто выезжаем. Все, по-моему, это есть решение данного уровня. То есть по дороге еще вот этот ящик нужно было заполнить. Так, оранжевый, фиолетовый, все отлично, замечательно. Замечательно. 10 уровень, давайте посмотрим, что там. Так, ну он не такой большой, как предыдущий. Так. Ну, фиолетовых нужно по красным ящикам, оранжевых по оранжевым. Так. Как же нам это сделать? У нас только одно место в салоне. Так. Давайте что-нибудь в лоб попробуем. Этого возьмем вот так вот. Этого возьмем вот так вот. Потом этого возьмем вот так вот. Этого возьмем вот так вот. Так, неужели все так просто? Так. Эй. Ага, нет, не все так просто. Этот оранжевый здесь мешается. Он запрыгивает в не самый неподходящий момент. Ага. Хорошо, ладно. Ладно, уговорили. Уговорили, что здесь все не так просто. Так. Давайте возьмем оранжевого. Так, если мы оранжевого сюда закинем, то чё? То чё? То ничего. То я возьму второго оранжевого, и потом как бы обратно не заеду. Я могу взять оранжевого, его закинуть сюда. Но тогда мне как-то сложно объезжать будет. Так, хорошо. Значит, здесь все не так просто, как оказывается. Нет, здесь явно нужно как-то так огибать. Огибать. Потом я беру фиолетового гружу, потом беру оранжевого. Но здесь явно нужно взять оранжевого, потому что иначе я никак не проеду по-другому. Потом мы оранжевого, ну или сюда, куда вот мы можем его закинуть. Если мы пытаемся его куда-нибудь сюда закинуть, то что тогда? То тогда у меня проблема в том, чтобы вернуться к выходу. Значит, надо попытаться его сюда закинуть. Если его закинуть сюда, то что тогда? То тогда у меня там тоже проблема. Так, а если я пытаюсь взять фиолетового и просто тупо мимо проехать, тогда что это мне даст?
Это ничего никому не даст. А, давайте просто вот так вот проедем. Эти два желто-оранжевых, они с лбами столкнутся, я могу спокойно взять вот этого фиолетового в ящик затолкать, потом взять оранжевого, обогнуть, положить сюда и вот так вот проехать. Вот, все. Надо просто помнить, что оранжевым как бы вот так вот хлобысь и не сядут на поезд. Вот, и как бы все будет хорошо. Так, чудесно. Сегодня прямо это очень хорошо, быстро уровни проходят. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не знаю, потому что, может быть, там последний будет вообще какая-то жесть полная. Так, а здесь что-то уже нестандартное происходит, потому что у нас только для одного здесь вот фиолетового есть домик, а для других фиолетовых там нужно что-то, короче, как-то что-то по-другому что-то. Как-то вот так вот. Так, хорошо. И что мы можем сделать тогда в такой ситуации? Так, вот мы можем... А, у нас еще двухместный автобус. Так, ну давайте возьмем двух оранжевых, посадим их в два. Ага, потом проедем вот так вот, посадим сюда. Так, попробуем вот эту вот тупость, которая первой приходит в голову. Так, что она нам даст? Ага, собаки. Вот эти собаки фиолетовые, они, короче, не туда запрыгнули. Вот, оказывается. Что? Какой здесь подвох-то? Подвох-то тут какой? Так. А вот с этой коробкой у нас проблема. Нам нужно обязательно проехать вот так вот, чтобы в нее кто-нибудь забрался. Вот. Так, давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот проедем. Тогда двух этих вот оранжевых мы туда запукнем. Первым пройдем вот так вот, один запукнется, один с нами поедет обратно. Мы его в коробку фиолетовую и на выход. Вот. Так. Так. Один запрыгнул. Выпрыгнул, запрыгнул. А, погнали сюда. И... Да, и все, на выход. Так, хорошо. Осталось два уровня. Так, давайте. Давайте немножко поднапряжемся. Так, здесь у нас что? У нас два места. Ах, так, ох, что-то здесь какая-то сложная последовательность. Нужно двух фиолетовых в эти красные засунуть. Двух фиолетовых. То есть можно прямо попробовать взять. Так, как их взять-то? Просто если я возьму двух фиолетовых, я потом вот к оранжевому сюда не смогу подъехать. Так, можно пробовать взять оранжево-фиолетового. Чё тогда? Тогда оранжево-фиолетовый распределится, я отсюда не смогу выехать, и вообще все плохо. Так. Если попробовать как-то вот с этой стороны заходить. Так. Если я возьму оранжевого, потом возьму фиолетового, их вот так вот расположу, то, в принципе, что-то неплохо получается, но, наверное, нужно все-таки вот с этими фиолетовыми разобраться изначально. Так. Ну, если я буду пытаться их так обгонять, я в эту сторону не смогу потом выехать никак. Поэтому мне нужно как-то вот здесь вот что-то вот это вот заделать. Здесь вот какую-то такую заговольную сделать, потом только отсюда выехать. Вот. И как бы логично, чтобы здесь вот что-то сделать, мне нужно с собой взять... Так, что мне нужно с собой взять? У меня ж только два места, нужно здесь всех троих посадить.
Поэтому нам нужно, видимо, здесь как-то в два захода мимо проехать. Причем на первом заходе мы как-то берем одного фиолетового. Давайте вот его одного возьмем. И его сюда вот посадим. У нас там оранжевый останется. Оранжевый на второй позиции. В принципе, даже неплохо. Вот, давайте пока что вот такую вот попробуем запустить штуку. Мы взяли фиолетового, взяли оранжевого, поехали, фиолетовый сел, фиолетовый, ага, оранжевый, ага. Теперь мы взяли фиолетового. Так. Ну, потом, в принципе, мы возьмем оранжевого. Здесь когда проедем, здесь все соберем, и вот, наверное, это есть решение. Так. Давайте побыстрее фиолетово-оранжевый. Так, все запрыгнули, уровень решен. Так, ну и давайте последний, 13-й уровень. Так, хорошо, у нас два места в повозке в нашей колеснице космической. Фиолетово-оранжевый, оранжевый-фиолетовый. Окей. Как мы можем их рассадить? Можно пытаться рассадить. Давайте сразу двух оранжевых возьмем, одного сюда сразу в коробку засунем. Теперь возьмем фиолетового, и фиолетовый же сюда у нас засунется. Останется один оранжевый на заднем сиденье сидеть. После этого мы так, ну к этому мы как бы подъедем, а его же надо вот в эту коробку засунуть. Поэтому здесь что-то это не работает. Так, хорошо, давайте пробуем одного оранжевого взять. Или все-таки двух нам надо взять. Давайте возьмем двух оранжевых. Одного оранжевого сюда засунем. Засунем. И потом мы этого подобрать не сможем. Нам нужно обязательно назад возвращаться. Так, хорошо, предположим, мы оранжевых распихаем, потом возьмем фиолетового, его тоже запихнем, потом возьмем этого фиолетового, запихнем и дальше никуда не уедем. Так, то есть все упирается в этого фиолетового, его нужно как-то вот сюда, что ли, запихнуть. Так, а давайте сначала возьмем этого фиолетового, потом возьмем этого оранжевого одного. Этот один оранжевый сюда залезет. Потом мы возьмем второго оранжевого. Так, и потом как-то вот так вот проедем. Так, вот я не знаю сейчас, что точно получится. Вот медленно. Мы берем фиолетового на первом сиденье. Потом берем оранжевого на втором сиденье. Оранжевый все запрыгивает на втором сиденье. Ага, отлично. Фиолетовый сюда. Так, нет, это не то, что надо получилось. Мне наоборот нужно, чтобы сюда. Так, сюда кто запрыгивал-то? Так, сюда запрыгивает фиолетовый. А мне нужно, чтобы сюда оранжевый запрыгнул. То есть мне нужно, чтобы оранжевый был на первом сиденье. Мне нужно, чтобы был оранжевый на первом сиденье. То есть нам мне нужно взять одного оранжевого. Потом мне нужно взять фиолетового. Он на втором сиденье будет сидеть. Потом мне нужно взять второго оранжевого. Он будет сидеть на первом сиденье. Его мы... Так, а он, по-моему, вот в эту коробку запрыгнет. Зараза. Так, здесь надо аккуратно объехать. Главное, чтобы в эту коробку никто не запрыгивал. Вот, тогда оранжевый на первом сиденье запрыгнет сюда, фиолетовый запрыгнет сюда, и, наконец, последний фиолетовый он запрыгнет вот сюда. Так, ну-ка. Так, оранжевый сюда, фиолетовый сюда, и еще один фиолетовый сюда. Так,
И все, уровень решен. Мы все уровни Тауруса решили так вот. Быстренько, чистенько, четенько, без всяких затупов. Прямо красота. Замечательно. Ну и, наверное, на этом я серию закончу. Всем спасибо за внимание. До следующей серии. Всем пока.